Здравствуйте, меня зовут Игорь Петренко, я актер, гражданин Российской Федерации, чем особенно горжусь. Я не веду активной деятельности в интернете, не веду блогов, не веду социальных сетей. Я не журналист, не блогер, у меня нет на это времени. Но то, что происходит сейчас, в эти минуты, просто не может оставить меня в стороне, потому что я переживаю. Многих из ребят из ЧВК «Вагнер» я знаю лично, пересекались с ними в зоне СВО в Сирии, встречались в госпиталях. Я с огромным уважением отношусь к их подвигам, к их заслугам, к их доблести. Но есть очевидные вещи. Устраивать мятеж в тот момент, когда страна бьется с внешним врагом, есть страшное преступление. Отвлекать боевые силы и подавать сигналы врагу есть страшное преступление. Все это бьет по авторитету нашего государства и по авторитету нашего президента. Пока не поздно, я призываю бойцов ЧВК «Вагнер» опомниться и переосмыслить свои действия.